Россию я возвращаться, естественно, не собираюсь, не могу, потому что, так понимаю, амнистия ко дню Конституции на меня не распространяется, мое преступление страшнейшее, обзор фильмов несет государственную угрозу. Но что хотелось бы понять, дело против меня – это индивидуальный террор одинокого ЛГБТ-активиста из Следственного комитета, или это официальная позиция правоохранительной системы России? То есть, ну, хотелось бы какие-то официальные комментарии, может быть, от руководства Следственного комитета, ведь международный розыск, скандал, Кривов, следователь, который ведет это дело, нарушает закон, выносит незаконные постановления, выносит какие-то решения, которые просто прямо противоречат международному законодательству. То есть хотелось бы услышать официальную позицию руководства Следственного комитета. Они реально решили меня закрыть за обзоры роликов, или это такой крестовый поход, крестово-радужный поход одинокого следователя? Был бы очень благодарен за видеоответ. До новых встреч!